Вот такая получилась необычная картина с моего обычного этюда. Приехала я вчера продолжать, заканчивать его. Подошла девушка. Мы разговорились. Ее зовут Надежда. Она очень любит розовый цвет. И детки ее тоже. Я попросила сделать воздушный летающий корабль. Вот такой. Вписать пейзаж с облаками. Сделала такие прозрачные воздушные паруса, чтобы было видно море. Размерчик картины небольшой. Картина поедет в Московскую область. Вот. А в качестве образца был мой такой же летающий корабль, как стрекозка. Только она не хотела ночь, а захотела розовое. Розовый вот такой закат. Такая работа. Размер небольшой, 45. 35 на 45. Такие фонарики. Такой же кораблик, стрекозка. Сказка.